условия для бизнеса. Вы платите только один. Ты чё, блядь, баран, ебнутый, блядь? Езжай, нахуй, отсюда. Езжай, нахуй, отсюда, блядь. Ты чё, клоун? Откройте счет для бизнеса на Альфа-банк. Хуевшая рожа, блядь. АО Альфа-банк. Съебался, нахуй, отсюда, я тебя говорю, блядь. Съебался, нахуй, блядь. Ты какого хуя вообще на встречке делаешь, дружище? Какого ты вообще на встречке делаешь, а? Иди штраф, пи***ца, кусок. Третий счет чат-бот – это профессия, представники якої спілкуються з людьми в соцмережах. Машо, слухаю вас. Де, на вашу думку, правда? Ну что, кумовка, гляните, я банкую! Лишние права, да? Имеет в виду часы... Может. Часы. Может и такие нет. Гаишник переходит в форме. Это было нечто. А, вообще! Это, блин, дурак, блин, вообще ебанутый. Просто, блин. Туда и все. Стоим. Куда ты, блядь, руль скрутил, дурак? Ох, нихера, да он экстремал прям, я смотрю. Q7. Немец. В поле, в России. Зимою. Выеживается. Ну, захотелось ему покидать лопатой снег. Ну вон она, блядь, ну мусоровозка ты, ебаный рот, ну проедь ты там, вот, блядь, где тот проехал, мы бы проехали. Все, пацаны молодые, блядь, наотдыхались, а походу. Сава. А это наш автопром. Хуярит. И плевал он на это Q7. О, Нива рулит, а? А? You lose your car, you can also lose your job. Hello, this is Yolanda. The fuck is your problem? Don't even think about it, you me? No, this idiot. Yeah, look. Serves you f***ing right. You absolute d***head.
the city. Now in verse 20. So the people shouted, and the priest blew the trumpet. What you call it. Поймал, вообще начальника молодец. Вау. Пацаны, респект.